продолжая о мечтах, тему, заявленную предыдущими товарищами. Наш поезд шел от станции Москва, листая полустанки, как страницы, а бледная девица-проводница читала о Британских островах. Она вкушала чай без молока и дребезжала ложечка противно. Зимы тягучие русские мотивы, картины тянулись от Москвы до Волочка. Поля, снега, пейзажи, монотон, косые избы, утлые заборы и серебра столовые приборы глуши российской просто моветон. А где-то там овсянка на столе, в тарелках из китайского фарфора, за окнами мелькали семафоры, и лес мерцал в холодном хрустале. Так, подперев руками две щеки, вздыхала проводница то и дело, и у окна печальная сидела, глядя привычно на извив реки. Текла река незримо подо льдом, как жизнь души, невидимая глазу, а где-то резво раздавал приказы подтянутый солидный мажордом. Наш поезд шел, вагоны волоча, покачиваясь на ходу, как пьяный. Дремала над газетой Татьяна, ей снился с молоком английский чай. От английского чая перейдем к русским пирожкам. Пирожки с картошкой. Десять лет или больше, точно не упомню, с пирожками тетка в переходе, темном, рыхлая, седая, доверху лукошка, булочки с брусникой, пирожки с картошкой. Подходи, браточек, покупай, не мешкай, на тебе на сдачу горсточку орешков. Дамочка, бери же, с пылу с жару прямо, да возьми огурчик малосольный, пряный. Девицы, а вам что, кушайте, родные, яблочки из сказки, будто наливные. Что тебе, с капустой? Ах ты бережливый! Милиционеры, скоры да наживы, забирай, студентик, ты хотел с капустой, ну давай живее, чтобы им было пусто, принесло не кстати, будь они неладны. Угощайтесь, братцы, накормлю бесплатно, да бери побольше, не гони, служивый. Приходите завтра, если будем живы, налетай, мужчина, есть еще немножко. Сдобные ватрушки, пирожки с картошкой, для детей с малиной, для жены с тыквы, на ногах везденье. Ко всему привыкла, а вчера стояла, ну, совсем плохая. Мой сидит на лавке, пьет не просыхая. Ничего, протянем, только бы не ножки. Растягай с грибами. Пирожки с картошкой. Вот такое стихотворение, написанное на пандемию. Как-то я вообще не только стихи пишу, я еще прозаик. У меня есть циклы рассказов, даже пьесы. Вот, поэтому я не чужда вообще литературы. Вот такое родилось стихотворение, называется «Читайте классиков». Жена наскучила и не до смеха вам, читайте Чехова, читайте Чехова. От мужа нудного уж нет спасения, бери Булгакова, читай Есенина. Любовь обманная, как снег, растаяла, открой Самойлова, раскрой Цветаеву. Тоска плакучая совсем замучила, читайте Зощенко, читайте Тютчева. Жизнь обыграла вас, влепила маты вам, прочти Набокова. Читай Ахматову, начальник с придурью и ходит Гоголем. Читай Довлатова, читайте Гоголя. Существование — картина скотская. Читайте Слуцкого, читайте Бродского. Палят и вешают лапшу на ушки вам. Читайте Пушкина. Читаем Пушкина. Спасибо.